12 марта, наконец снег весь растаял. Осталось там кое-где еще, в тени где-нибудь, во врагах. А так-то основная масса сошла. Выкатил я боксер, ни разу еще его не заводил. Сейчас нужно будет смазать цепь. Заведу, прогрею маленько. Бензина у меня там совсем мало. Главное дело, чтобы до заправки мне хватило. До заправки доеду, заправлюсь и потом поеду куда-нибудь. Прокачусь вдоль Мокши, посмотрим на разлив. Ну и так, куда получится, туда и проедем. Сейчас, конечно, грязи много везде будет. Масло обычное, лучше, чем можно смазать цепь. Ага, по-другому зашумело. Пошла смазка. Не думаю, что он с первого раза запустится. Я там бензин постоянно сливал. Там, возможно, и в карбюраторе бензина нету. Высохло, понятно. И здесь-то по шлангу сейчас поступает он или нет, непонятно. Возможно, там воздушная пробка образовалась. Попробую сейчас со стартера сначала завести, а потом киком подергаю, если не заведется. Достаточно уже прогрелся, можно ехать. Вот и разлив. Разлив-то хороший получился в этом году. Я не думал, что столько воды принес. Вот я не в курсе, она до сих пор прибывает или остановилась уже.
А вот за этими тополями находится квадрат, где я недавно ходил. Он был полностью в снегу, а сейчас он полностью затоплен водой. А если квадрат водой затоплен, то это уже хороший размер. Вот здесь вот справа, вот эта большая часть затопленная водой, это где гуси были, я их снимал. Два гуся, вот собака за ними охотилась. А вон тот шалаш, который построили около ледяного озера. Все водой затопило. Ладно, едем дальше. Сейчас в Тенишево, и там к мосту подъедем, посмотрим на Мокшу. Тенишевский мост, река Мокша. Ну, неплохой разлив. Не большой, не огромный, но нормальный такой. Плотину там должно было нормально подтопить, чтобы рыба могла вверх по течению подняться. И, похоже, вода до сих пор прибывает. Судя по кромке. Рыба? Кто это? Рыба? Я не понял, лягушка или рыба? Да, лягушки оттаяли, вылезли. Вот здесь вот сейчас еще одна убежала. В низинках и в ямках снег еще лежит. Да, земля-то еще сырая. Даже вот здесь вот на высоком бугре сыроватая. Южная подзатопила немного. Вот где сейчас дичь-то полна. Туда проезда нету. Гуси летят. Какая-то дичь там на разливах плавает. Не могу понять, какая. Утки, скорее всего. Вот на этом болоте. Блин, чертовы воробьи. Один какую-то хрень поймал. А другие пытаются отобрать.
Ясненько. Переехала на последнее место стоянки. Эх ты, вон Тетерев полетел. Вот отсюда прям поднялся, недалеко от меня сидел. Туда полетел. Блин. Сейчас маленько попозже попробую сходить, посмотреть, поди, где рядом приземлился. Дальше я не проеду. А тут впереди Ефаева. Здесь проезда нету. Ну, он тут есть, но там грязь, глина. Сейчас лучше туда не соваться. Это по асфальту надо объезжать. Вот здесь вот на мели тоже кто-то сидит, вроде бы. Кто-то там он даже летает. Мужики на лодке плавают. Скорее всего, сети ставят. Что им там еще плавать-то? Что-то не могу понять, это на горизонте там он. Что за церковь виднеется? Непонятно. Не могу вспомнить, что там находится. Чем охотится на Тетерева? Куда-то он сюда улетел. Не нашел, а Тетерева свалил он куда-то. Бутылочки тут аккуратно лежат повсюду. Фу. Теперь назад возвращаюсь. Поеду до Кальдиванова, пожалуй. Там асфальт. А потом посмотрю, что там в полях. Если в поля проезд есть более-менее, то в полях попробую покататься. Но я думаю, там будет месиво. Старая Тенишевская церковь. Давно я хотел у нее зайти посмотреть. А все что-то никак не получалось. Сейчас заглянем. А напротив вот когда-то был клуб и магазин. Одна колонна осталась круглая. Может быть, конечно, когда-то она и с этой стороны была. На полу еще плитка сохранилась. Ты, это лесенка была. Ничего себе, да здесь кто ходил-то, гномы что ли, по этой лесенке лазили. А вот ведь она строит, а мне потом мучайся. Нифига себе, по ней еще и залезть можно. Я думал, так что-то давно завалилось, только походу на этом куполе стоять опасно. У меня вон дырка есть. Лучше на него не вставать, я думаю. Такая церковь здесь вот есть. Это колхоз Тенишевский. Не колхоз, не знаю, как они сейчас называются. В общем, сельхоз предприятие какое-то. Лестница, конечно, огонь. Хрен развернешься.
Что у нас в этом отсеке? Ничего интересного. Чуть не ушел, забыл заснять. Камень здесь вот какой еще лежит с надписью. Министерство культуры МССР, Тенишевский сельский дом культуры. Лол. А вот магазинчик с березками на крыше. Еду в Кользиваново, остановился вот заснять поля в каком состоянии. Только что с них снег сошел. Но по ложбинам еще снега полно. Остатки пруда голубины. Но здесь еще лед долго будет держаться. Смотрите, что там. Доехал до Кользиваново, и вот такие дороги в полях сейчас. Какие-то охотники даже пытались проехать. Думается мне, что я откажусь от поездки в поля пока что. Пойду в Кользиваново заеду, проверю, как там дела. Вообще есть кто живой. Кользиваново, как обычно, один мужик только живет. Лет 5 он уже здесь точно один живет. А может быть и все 10. Больше тут никого не осталось. Как помрет, и никого здесь вообще не будет больше. В полях дороги непроходимые. Все в грязи. Там он проезжал, две собаки. Думал, уж лиса, на лис похоже. Он не знает того мужика, вот, который здесь живет один. Или так какие-нибудь бродячие, сами по себе. Блин, солнышко скрылось и холодно стало. Ветерок еще дует. Ничего себе, тут есть жизнь. Вон какая-то бабулька ходит с корзинкой, по-моему. Уже привезли на лето, наверное, скорее всего. Но вряд ли она тут зимовала. Зимой сюда постоянно прибегал заяц. Оставил своих кругляшей повсюду. И погрыз кусты.
все кусты погрыз собак. О, тут и сзади дома лавочка есть. Крайние дома всегда такие интересные. Чипсы сидел, хрумкал, там на пруд приземлилась утка с селезнем. Пойду подкрадусь. Пойдем, пойдем поглажу. Вы что тут делаете? Оставили вас тут, да? Дом на замке, никого нету. С голоду тут подохнете. Какие-то близнецы, прям друг на друга похожи. А вот здесь в тот год, помнится, висел телефон, штука такая красная. И сейчас куда-то магия. Ну и сюда заглянем. Интересно, вот этот береза свалится когда-нибудь? Тут ничего нового. Кстати, недолго осталось стоять всей этой конструкции, потому что она протекает вот здесь вот. Вот сырое место, вот сырое место. Вон там чуть подальше тоже сырое. И текет она вот отсюда. Вот раз, два. Короче, вот этот свод скоро рухнет. Где-то здесь как раз береза на нем растет. А жалко березу. Ты не услышишь морской прибой, дорога в никуда будет с тобою навсегда. Твоя грусть пронзит облака, ты не увидишь свет вдалеке, ты захочешь уснуть на века. Приехала домой. Мотоцикл у меня остался довольно-таки чистый, потому что по грязи я не катался, в поля я не поехал. Так, по асфальту, по бугоркам всяким. Сыро еще, конечно. У меня вот около пасеки целые болота стоят. Снег только растаял. Нужно ждать, когда подсохнет. А то можно будет ехать в поля,
Ну и в луга попозже. Да, Беляк? Ты захочешь уснуть на века и утонешь в